Все чаще мурманчане отправляются в отпуск на автомобиле. Сегодня сотрудники ГИБДД и МЧС напомнили отправляющимся в путь о необходимости соблюдать правила дорожного движения и не забывать о безопасности во время отдыха на природе. Солнечный день. На кольце у выезда из Мурманска сотрудники ГИБДД останавливают проезжающие автомобили. Это не план-перехват и не рейд по нетрезвым водителям. Сотрудники дорожной полиции раздают автовладельцам полезные брошюры и напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения в период отпусков. Лишний раз напоминаем о том, что при поездке на дальние расстояния необходимо отдыхать. Отдыхать не именно по ночам. Если мы едем сутки, двое, трое, но также каждые 2-3 часа останавливаться не только на время заправки своего автомобиля, но на час, на два, если водитель чувствует, что он устал, необходимо остановиться, поспать, опять же, в безопасном месте. Ольга Бурдина как раз собирается ехать в отпуск. Девушка с семьей часто путешествует на машине, к безопасности относится аккуратно, соблюдает скоростной режим, помнит про отдых, но все равно с удовольствием еще раз выслушивает напоминания полицейских. Повторение лишним не бывает. У нас первое – это дети, поэтому у нас детские кресла, и обязательно, чтобы дети были пристегнуты, и вечером мы всегда останавливаемся ложиться спать. Вместе с брошюрами от полиции девушки вручают и апельсин. Фрукты и памятки о том, как правильно вести себя на природе, раздают сотрудники МЧС. Многие автолюбители по пути в отпуск предпочитают останавливаться на обед на природе. Отдыхающим всегда нужно помнить об опасности возникновения лесного пожара. Почему апельсин? Потому что одной из отличительных полос системы МЧС России как бы цвет оранжевый. Вот, и вручая такой символичный подарок, мы напоминаем людям о необходимости соблюдения культуры безопасности жизнедеятельности и также о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах Кольского Заполярья. В Мурманской области пожароопасный период начался с 12 мая. Пока огненная стихия в лесах себя никак не проявляла, обходилась малой кровью, палом травы. Да и количество ДТП в регионе летом традиционно снижается, становится меньше машин. Тем не менее, тем, кто хочет отпуск провести хорошо и без ЧП, об осторожности забывать не стоит.